Ассаляму алейкум. Дорогие братья и сестры, теперь вы можете приобрести официальный мерч канала Миссия Дава. Для этого просто перейдите по ссылке в описании. Покупая мерч, вы поддерживаете работу канала. Да примет от вас Аллах. Вопрос от Зубейда Ахмада из Хайдарабада в Индии. Как полюбить Аллаха и Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, больше самого себя и стать истинным мусульманином? Мы должны действовать от любви или от страха перед Аллахом? Как полюбить Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, больше самого себя? Как говорится в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что мусульманин не является истинным мусульманином, пока он не полюбит Аллаха и его посланника больше самого себя. Следовательно, одним из критериев для того, чтобы стать полноценным и достойным мусульманином, является то, что вы любите Аллаха и его посланника больше самого себя. Что касается того, должны ли мы действовать от любви перед Аллахом или от страха перед Ним, ответ и от того, и от другого. Поймите, что страх перед Аллахом не сравнить с обычным страхом. Любовь к Аллаху — это совсем не та любовь. Любовь перед Аллахом — это высшая степень любви. Страх перед Аллахом лежит в том, что вы боитесь вызвать недовольство Аллаха. Вы боитесь вызвать недовольство нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это совсем другой страх и совсем другая любовь. Так как же можно любить Аллаха больше себя? Когда вы осознаете, что ваше действие может привести к убытку, но все равно решаетесь на него ради Аллаха, именно это и есть показатель того, что вы любите Аллаха больше себя. Вам прекрасно известно, что если вам предложили прекрасную работу в банке с высокой зарплатой, может быть, даже в 3 раза выше вашей текущей зарплаты, при этом вы знаете, что наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что риба, то есть проценты в традиционных банках, являются харамом, и вы отказываетесь от этой работы. Почему? Потому что делаете это ради Аллаха. Вы показали, что вы любите Аллаха больше себя. Вы отказались от работы с зарплатой в 3 раза выше, отказались от мирской роскоши. Вот вам пример того, как можно любить Аллаха больше себя. Еще один пример. Пророк сказал, если в регионе, в котором вы проживаете, вспыхнула эпидемия чумы, то не покидайте его. Следовательно, вы обязаны повиноваться Аллаху и его посланнику. Вы не можете просто убежать. Вам следует проявить веру и терпение. Что бы с вами ни случилось, если вам суждено умереть, то вы умрете мучеником. В таком случае вы следуете предписаниям Аллаха, субханаху ва та'аля. И когда вы это делаете не потому, что так установлено учеными-медиками, а потому что вы ищете довольство Аллаха, то это и есть показатель того, что вы любите Аллаха больше себя. И каждый раз, как вы ставите Аллаха и его посланника превыше всего, это тоже говорит о том, что вы любите Аллаха больше себя. А если вы любите Аллаха больше себя, то это значит, что вы истинный верующий, и иншаллах попадете в Джаннатуль Фирдаус. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры в исламе и все наши добрые подписчики, находящиеся в поисках истины. Пусть это обращение застанет вас и ваших близких в состоянии крепкого имана и прекрасного здоровья. Вы, наверное, уже знаете, что в этот период смуты YouTube отключил монетизацию в России. Это серьезный удар по многим каналам, среди которых оказались и некоммерческие каналы, занимающиеся исламским призывом. В их числе оказалась и наша с вами миссия Дао. Более того, YouTube отключил возможность спонсирования нашего канала на территории России. В связи с этим мы просим наших спонсоров из России поддержать нас и перенести спонсорство на платформу Patreon. Команда «Миссия Дава» непрестанно работает над созданием и локализацией качественного и полезного контента для мусульман, проживающих не только в России, странах Центральной Азии и Западной Европы, но и наших братьев и сестер в Украине. Мы никоим образом не разделяем нашу умму по национальным признакам. Скорее даже наоборот. Мы всячески способствуем нашему единству, иншаллах. Скромные сборы с рекламой и ваши искренние пожертвования помогали нам покрыть часть расходов на создание качественного полезного видеоконтента. Волей Всевышнего, благодаря всем вам, тысячи людей регулярно получали важные повседневные наставления и достоверную информацию об исламе. С целью сохранить канал, мы в очередной раз обращаемся к вам с предложением поучаствовать в работе миссии Дава своим пусть небольшим, но многозначительным пожертвованием. Братья и сестры, особенно те из вас, кто регулярно смотрит на нас сейчас за пределами России и Украины, даже небольшая сумма, перечисленная на счет канала, имеет значение в сохранении и укреплении нашей общей работы и нашей общей миссии Дава. Да поможет нам всем Аллах и вознаградит нас всех своей безграничной милостью. Аминь.